Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Opel Meriva. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнем мы, как всегда, с двигателей. Автомобиль построен на платформе хэтчбека Opel Corsa и выпускался традиционно в пятидверном кузове. Ему сначала выделили бензиновые двигатели объемом 1.6 – 105 лошадиных сил и 1.8 литров – 125 лошадиных сил, а также турбодизель 1.7 литров – 75 и 100 лошадиных сил. В качестве альтернативы автомата со всеми моторами, кроме младшего 1.4-литрового, была доступна роботизированная коробка передач EasyTronic. Если к механике претензий не было, то жалобы на робот периодически поступали. Для активной езды он априори не подходит, только для спокойной. Правда, в этой трансмиссии есть технические особенности, которые вызывают дополнительные расходы в эксплуатации. Поэтому при покупке подержанного Opel Meriva с такой коробкой необходима диагностика в специализированном сервисе, где есть необходимое оборудование. Для малолитражного минивэна Meriva очень просторная внутри. К тому же она может похвастаться многочисленными вариантами трансформации салона. Заднее сиденье разделено на три неравные части, а кресло можно сдвинуть вперед-назад на 130 мм или изменить угол наклона их спинок. Если пассажиров двое, то среднее лучше составить, тогда оставшиеся два кресла можно будет отодвинуть друг от друга или сблизить, переместить в продольном направлении, круче откинуть спинки. Добавьте к этому сетчатые карманы и откидные столики на тыльной стороне спинок передних кресел, регулируемые подлокотники, индивидуальное освещение и получите настоящий минивэн, только маленький. Что касается оснащения, то в стандарте на Meriva устанавливались ABS, фронтальные подушки безопасности и аудиосистема. Но, как правило, старый минивэн укомплектован богаче. Первый владелец обычно заказывал кондиционер, электропривод сидений и боковых зеркал с подогревом. Если Opel Meriva охарактеризовать одной фразой, то получится примерно следующее. В общем и целом надежен, но не лишен своих специфических неисправностей. Двигатели, хорошо известны по другим моделям Opel, проблем не доставляют, но примерно каждый третий владелец Meriva с моторами 1.6 и 1.8 литров может столкнуться с сокрушением фазорегулятора. Если двигатель начинает работать по дизельному с характерным грохотом, придется готовиться к ремонту. В группе риска ремень привода газораспределительного механизма. Он рассчитан на 90 тысяч километров, но может оборваться и раньше. От плохого бензина на всех моторах выходят из строя электронные датчики, свечи и катушки зажигания. Много нареканий на роботизированную трансмиссию EasyTronic. Ломается она не так часто, но на каждом техобслуживании требует перенастройки. Сервисмены это называют переобучением точки схватывания сцепления. Работа сопровождается обязательной заменой тормозной жидкости, которая до 15 тысяч километров успевает потерять свои свойства. Следует также взять за правило при долгом состоянии в пробке или на светофоре с включенным режимом авто заранее переключаться на N – нейтраль, удерживая автомобиль нажатой педалью тормоза. В противном случае рано или поздно выйдет из строя блок управления коробкой. В подвеске со стойками MacPherson и задней полузависимой балкой, кроме запланированных регламентных расходов, можно пожаловаться только на одну проблему. От дорожных химикатов на Meriva выходят из строя датчики ABS. На первый взгляд, пустяковая неисправность кажется не столь затратной, однако эта деталь входит в общий блок со ступицей колеса и на официальных станциях меняется целиком. Можно, правда, сэкономить и обратиться на неавторизованный сервис. Там обновят датчики без замены ступицы, соответственно, на порядок дешевле. Каждые 50 тысяч километров меняют стойки стабилизатора и опорные подшипники. В два раза реже шаровые опоры. Ну а если вы являетесь владельцем Opel Meriva, то, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня все, всем большое спасибо за внимание, буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч!